Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Аня Максимова. Роман Сенчин – современный российский прозаик, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского брокера» и «Национального бестселлера». Главный герой его нового романа «Дождь в Париже», который является новинкой книжного фонда Дворца книги, покупает тур в Париж, о котором он мечтал с детства. Однако, вместо того, чтобы бродить по улочкам и рассматривать картины в музеях, герой безвылазно сидит в номере отеля и прокручивает в своей голове всю жизнь. А вот что именно заставляет его так поступить, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы можете найти в центре чтения нашей библиотеки. Читали Сенчина? Делитесь в комментариях.